Компания «Электромотор» представляет бойлер горения GBFU-50 и DD. Модели GBFU стали результатом многолетних разработок и использования современных технологий. Оригинальное техническое решение относительно нагревательного элемента обеспечивает надежное функционирование и простоту в обслуживании. Технические характеристики. Объем 50 литров, рабочее давление 9 бар, 2 нагревательных элемента мощностью по 1000 Вт каждый. Время нагревания от 15 до 75 градусов Цельсия, 1 час 55 минут. Нагревательные элементы вставлены в трубчатый сланец, который изготовлен из стали и покрыт эмалью для защиты от коррозии. Внутренняя поверхность полностью покрыта эмалью. Никаких непокрытых поверхностей в сравнении с моделями с обычными нагревательными элементами. Таким образом, нагрузка на магниевый анод уменьшается, а срок его службы увеличивается. Нагревательные элементы не контактируют с водой. Фланец объединяет два нагревательных элемента, параллельно подключенных к электросети, для обеспечения большей надежности при использовании. По вопросам приобретения бойлера в горении обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 519 18 20.